Минувшие выходные в областном центре на улице 22-го подъезда около рынка трамвай сошел с рельсов. Авария произошла из-за столкновения с легковым автомобилем. По предварительной версии, водитель на марке не справился с управлением из-за гололедицы на дороге. В результате сошедший с рельсов вагон почти полностью перегородил проезжую часть в одном направлении. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Областное управление ГИБДД предупреждает, в связи со сложными погодными условиями и ухудшением видимости на дорогах, всех водителей призывают быть предельно аккуратными, избегать опасных маневров и соблюдать скоростной режим.